Слуцкая прячет особенную дочь. Люди недоумевают. Варя Слуцкая, как ее звездная мама, занимается фигурным катанием. Девочка мечтает стать профессиональной спортсменкой, но недавнее занятие ее огорчило. Девочка пожаловалась, что выслушивает оскорбления в адрес родительницы. Дочь именитой спортсменки впервые вышла на лед в 4 года. С тех пор девочка мечтает посвятить свою жизнь фигурному катанию. Варя уже успела принять участие вместе с мамой в крупном ледовом шоу и с удовольствием ходит на тренировки. Однако недавнее занятие оказалось не таким приятным. Девочка пожаловалась, что ей пришлось выслушивать в адрес олимпийского призера грубые слова. Значение некоторых 8-летний ребенок даже не понял. Одна из старших воспитанниц школы фигурного катания без стеснения подошла к Варе и высказала свое мнение в жестких выражениях. По словам Слуцкой, девочка была в шоке от такого поведения юной спортсменки.